Давайте, девочки, посмотрим, знаете что, какой будет ваш следующий мужчина. Может быть, нам расскажут, какой будет ваш следующий мужчина, да, вот, который не то, что вы ждете, да, который придет к вам, девчонки. Давайте посмотрим. Это общий расклад, сразу же говорю, общий. И благодарю вас за то, что вы благодарите меня за общие расклады. Я очень рада получать от вас маленькие сюрпризы на карту, девчонки. Благодарю вас. Это очень приятно. Я вижу, что я, ну, что я не зря все это делаю, да. Ну, так как бы я и так вижу, потому что вы все-таки пишете, и я вам благодарна за то, что вы даете обратную связь. Девчонки, приходите на расклады личные. Это расклад общий. Давайте посмотрим, какой будет ваш следующий мужчина. Надеюсь, последний. Итак, просто расслабимся. Так, девчонка сейчас у меня сидит после треугольника, скорее всего. Девчонка сидит очень холодная. Связь была очень тяжелая, поэтому вы на отдыхе. Девочка сидит у меня, копит ресурсы, никому ничего не отдам. Молодец, так и надо. Точно была, скорее всего, в треугольнике, либо, если треугольника не было, человек от вас пошел, нашел третье лицо, уже, да, вас было трое, не одна. Закрылись от него, стали холодные, так как связь стала тяжелой, человек толком ничего не давал, только брал. Так что давайте посмотрим, какой будет следующий ваш мужчина. Девчонки, мужчина следующий, который придет к вам, тоже будет с каким-то расстройством, тоже с какой-то печалью. Девочки, скорее всего, у него тоже была несчастная любовь. Мы не будем вдаваться в подробности, но, скорее всего, так и есть. Человек пострадал от женской энергии какой-то. Человек придет тоже со своей вот такой вот болью. Но человек этот будет довольно-таки сильная личность. Он не только восстановит себя, когда встретит вас, он восстановит и вас. То есть человек настолько силен всяко, энергетически, физически, вообще всяко, что он будет, увидев вас потенциал как своей пары, да, он начнет вас выстраивать. Тут еще и выпало колесо фортуны. Встреча будет ваша по судьбе. По крайней мере, может быть, да, судьбоносная встреча. Какой же будет этот человек? Покажите нам, пожалуйста, той девочке, которая смотрит. Девочки, да, Вселенная очень долго смотрела, как вы тут маетесь, и сказала: все. Давай-ка мы из пятерки пентаклей, когда ничего не видим, ничего не слышим, идем не знаю куда, страдаем, такие все обедненные, да, высосанные. Давай-ка мы сделаем из тебя королеву кубков. Ты будешь такая вся притягательная, вся такая чувственная, уже ты захочешь любить, отдавать любовь, да, и только тогда к вам придет этот мужчина. Вы тогда встретите. Он сделает из вас такую женщину, понимаете? Вселенная просто посмотрела на то, что было, дала вам человека сильного, классного. Он из вас сделает женщину чувственную, женщину, которую нужно любить. Вы прочувствуете на себе его нежность, ласку. Вы прочувствуете на себе, как же все-таки быть любимой, нужной, понимаете, женщиной. Не той, за которой бегает, да, а за которой ухаживают, которые приносят с утра чай, кофе, которые спрашивают, как ты себя чувствуешь, чем тебе помочь. И даже не только спрашивают, а делают это. Да? Говорят, чем тебе помочь? Ты говоришь, чем? Он говорит, окей, сейчас все будет. Так, покажите нам еще мужчину. Да, девочки, он уже перестанет, он из вас выбьет вот этих вчерашних
прошлогодичных мужчин, которые вот с такими устоями, как вот качели, как вот такие вот пажи, да, которые еще на самом начале жизненного пути. Человек, который даст вам, ну, короче, он вас вот в эту чашу, да, любви, обильности, да, вы с ним окунетесь вдвоем. То есть он вас и себя туда окунет и скажет: все, дыши под водой, я тебе разрешаю, тебе можно, ты не захлебнешься, потому что так будет всегда. Покажите нам еще мужчину, это, пожалуйста, его чувства. Да, девочки, его приведет к вам судьба. Это 100 пудов. У человека будет импульс. Импульс, между прочим, человек с вами начнет все с нуля. Все, он обнулит вас, себя полностью. Все отношения, которые были тогда по силе, которая уже была здесь, да, аркан сила, он их выдернет, вынет и сотрет. Он будет делать все заново. По тройке жезлов он уже это будет делать. То есть он будет с вами строить свою жизнь. По тузу мечей это будет такой импульс извне, который человек создать не может. Его как судьба бросит вам, понимаете? Вот к ногам к вашим бросит. И этот человек будет уже делать. Он не будет думать, он будет делать. Человек действия. Девочки, давайте последнее посмотрим, что покажут нам еще про следующего вашего мужчину. Девочки, да, будет любовь. Он предложит вам все. Девочки, 3 карты выпали. Он из вас сделает женщину. Только звезду не на небе, а звезду в его руках. Он придет, и вы почувствуете, что такое быть женщиной с большой буквы. Все. И даже больше ничего докладывать не буду. Он вам покажет, что надо восхищаться не на небе звездами, а тем, кто рядом. И ценить того, кто рядом. Понимаете? И вы будете притягивать к себе его. Он даже не будет отказываться или как-то убегать от вас. Он будет сам к вам магнититься, девчонки. Я очень желаю вам встретить такого мужчину. Да будет так.